Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. И сегодня я хочу испечь печенье, тыквенно-творожное печенье с изюмом. Нам для этого понадобится тыквы, надо, в общем, я очищу, у меня вот такая своя тыковка маленькая. Я сейчас ее почищу, в общем, надо 200 грамм тыквы, 100 грамм творога, одна горсть. Я помыла изюм, 2-3 стакана муки, но это не факт, я буду заводить, там буду смотреть. Одно яйцо, ванильный сахар, пол чайной ложки соды, 2 столовые ложки растительного масла, сахар по вкусу, у меня будет около 3 столовых ложек. Все, сахар больше я класть не буду. Ну все, сейчас я подготовлю тыкву, 200 грамм. В общем, взвешиваю, и надо ее отварить и в блендере сделать пюре. Будем подготавливать все. Я все отварила тыкву, взбила в блендере, вот стоит. Сейчас будем отдельно взбивать вот одно яйцо и сахар, и ванильный сахар. Все сюда. Так, сахар. Ванильный сахар и одно яичко. Сейчас это все разотрем. Теперь сюда вот у меня 2 столовые ложки растительного масла. Так, теперь отдельно у меня вот пол чайной ложки у меня соды и вот 100 грамм творога. Сейчас я это смешаю все вместе. И соду сейчас я все здесь перемешаю с творогом, потом будем соединять с яичной массой. Немножко разомну. Сейчас все туда. Все, теперь вот сюда творог. Так, и все. Сейчас сюда тыкву, которую я истолкла в блендере, делала пюре.
сейчас все взобью, и все, и будем добавлять муку и изюм. Все, и печенье будет готово. Только вырезать и запечь. Рецепт простой, полезный, все, тыква там. Для тыквы обычно много что делаю, когда пост начинается. У меня много тыквы своей, поэтому я ее использую. Так, все, сейчас будем муку добавлять. У меня здесь 2 стакана подготовлено, поэтому я не знаю, сколько войдет. Надо, чтобы на печенье все раскатывалось. Ну, было обычное тесто густое, которое будем раскатывать и вырезать печенюшки. Так что не знаю, сколько войдет. Будем смотреть сейчас. Добавлять. Сейчас еще будем добавлять. Я думаю, что эти 2 стакана уйдут точно. Тут у меня еще 3-й стоит на готове. Так, это вот 2 стакана муки. Потом руками начну замешивать. Сейчас посмотрим, сколько войдет. Может быть, 3 стакана, может меньше. Но 3-й стакан точно сейчас буду. Видите, все липкое. Оно не должно быть таким. Надо, чтобы раскатывалось все, не липло. Так, вот я замесила тесто. У меня 3,5 стакана сюда вошло. Сейчас будем раскатывать. Сейчас разделю немножко части на 3, чтобы помногу не было. Вот так вот колобочками. В чашку положу, а это буду раскатывать. Немного липкое, но, ну, если что, можно присыпать чуть-чуть. И все, сейчас будем вырезать. Так, вырезать будем. Какие есть формы, такие будем делать. Разные взяла. Что есть, то и будем вырезать. Вот сердечко есть. Звездочки всякие разные. Вот какой-то пластмассовый я покупала, но я их еще не пользовала. Сейчас. Вот так вот. Какой-то слон здесь.
тоже я покупала. Так, это большая. Вот этот подойдет. Медвежонок какой-то. Вот так. Так, и такой. Угу. Еще медвежонка сюда. Вот так вот. Все, сейчас будем убирать лишнее тесто. Посмотрим, что у нас получается. Так, это медвежатка. Сейчас все так будем вырезать. Какие есть формы, такие будем делать. Вот, пока так. Вот медвежонок получился. Ну и все такое прочее. Сейчас изюм уберу лишний. Так, это тесто буду дальше раскатывать. Ну, в общем, будем делать вот такие печенюшки. А это какой? Это вот бегемотик. Бабочка. Ну, в общем, все, что было у меня, вот такие. Сейчас буду укладывать на лист. Лист я помазала растительным маслом. В общем, посмотрим, что получится. Сейчас будем вырезать дальше. Так, ну вот лист сделала. Печенюшек всяких разных. Тут и слоники вот. Не знаю, как испекутся. В общем, вот получилось, видите. Миленькие такие и медвежатки, и слоники, и бабочки, и звездочки. В общем, все. Сейчас поставлю выпекать. Не знаю, духовка нагрелась. Поставлю минут на 15. Там посмотрю, может и хватит. Потому что они у меня тоненькие. В общем, будем выпекать. И сейчас второй лист еще сделаю, потому что у меня тесто осталось. Так, ну вот. Я сделала печенье. Вот получилось вот столько много. Прилично получилось. Вот себе положила в тарелочку. Сейчас вот возьму вот медвежонка. Разломим. Вот он такой желтенький. Вот с изюмом. Голову съем. Он желтенький, потому что здесь, видите, это тыква. Ну-ка. Вкусно. Такой мягкий. Типа песочного. Но не такой рассыпчатый. Я мало очень сахара кладу, поэтому если вам надо послаще, пожалуйста.
Я всю выпечку такую делаю. Ну, мышленно. У меня не очень сладкие. Очень вкусное печенье. Не жирное. Тут 2 столовые ложки всего сахара. Ну вот, слоненок вот такой. С хоботочком. Ну вот, всякие разные тут у меня. Видите? Вот, какие хотите. Всякие у меня и медвежата, и слонята. Ну, в общем, придут ребятишки как раз у меня в гости. И чай попьют. Будет чем угощать. Ну все, если кому понравился такой рецепт, пожалуйста, стряпайте с тыквой. Вообще мне нравятся рецепты. Я часто делаю с тыквой и кексы, и печенье. Еще буду стряпать, потому что у меня тыквы наросло в этом году много. В пост я буду вообще тушить ее, как гарнир. Поэтому всем приятного аппетита, кушайте с удовольствием, не поправляйтесь. Смотрите мои свежие видео с новыми рецептами. Всем пока-пока!